Сегодняшнее утро с большими потерями встретили клиенты дворовой стоянки в припортовом поселке Кольцово у дома номер 5 на улице Авиаторов, чье название выдает характер порта. В половине четвертого часа вторника загорелось подкапотное нечто у сильно иностранного Mitsubishi Pajero и даже Sport. Пожарные ехали быстро, но еще быстрее красный петух пожирал японское поджаренное блюдо и перебрался в салон, где выклевал практически все, что может гореть, включая дополнительное кресло для ребенка. На этой стадии его и застукали огнеборцы в количестве 8 человек на 2 автомобилях. За 4 минуты водопада им удалось отстоять тылы Mitsubishi, так что вид его сзади остался вполне приличным. Однако это компенсировалось побочными эффектами. А по бокам у поджарки стояли Ford Focus, у которого слезы покатились из правого заднего пластмассового глаза и случилась прободенная язва бампера прямо под ним. С другой стороны, левым бортом подзагорел, как ни крути, тоже иномарка. Шедевр запорожского автозавода, фантазия на тему Таврии Славута. У нее сгорело заднее левое колесо, но сама машина при этом каким-то волшебным образом не загорелась. По случаю тройного возгорания в Кольцово полиция ведет свою проверку на предмет геростратности произошедшего.